Приглушенные цвета, структурированные наряды с драпировкой и складками, а также прозрачные ткани, украшенные пайетками. Такой предстала перед зрителями коллекция «Весна-лето-2023» от модного дома «Валентина». Показ проходит в рамках недели моды в Париже. Есть и вкрапление яркости. Несколько вечерних платьев главный креативный дизайнер дома Пьер Паоло Пичоли сделал красными. Они заменили ярко-розовые наряды предыдущих сезонов. В мужской одежде представили костюмы телесных цветов и более повседневную одежду. Не обошлось без конфузов. Одна модель потеряла на подиуме туфлю. В итоге ей пришлось снять вторую. Другая модель тоже последовала ее примеру. К счастью, никто не упал. Лореаль Париж собрала на своем гигантском подиуме в центре французской столицы самых разных знаменитостей. Среди них Энди Макдауэлл, Ева Лонгория и Джема Чан. Так компания решила прорекламировать свою косметику и средства для ухода за волосами. Звездное шоу транслировали по всему миру по цифровым каналам. Группе Лореаль также принадлежат бренды Maybelline и Lancôme. После пандемии она столкнулась с большими убытками. В связи с этим она переключила рекламные ресурсы на цифровые средства, наняв влиятельных лиц в TikTok. А это весенне-летний показ Джамбатиста Вали. На цвета и текстуры дизайнера вдохновили Индия и Марокко. Это коллекция о чувствах, о том, чтобы на мгновение остановиться, посмотреть на красоту вокруг себя. Бренд часто поставляет наряды на красные дорожки по всему миру. В 2019 году компания также расширила свою сеть клиентов благодаря сотрудничеству с H&M. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.